Паника в родительских чатах школьников. Неизвестные распространяют по сети сообщения с угрозами терактов. Выглядят они максимально правдоподобно. Вероятно, авторы рассчитывают запугать аудиторию. В Краевой антитеррористической комиссии уже сообщили – это фейк. Причем массовая волна аналогичных ложных сообщений прокатилась по многим городам России и теперь дошла до Красноярска. В телеграм-канале неизвестные грозились устроить теракты в образовательных учреждениях. Для убедительности выкладывают фото оружия и патронов. В чат они приглашают подростков через ссылки в популярных среди молодежи группах. В итоге скриншоты с угрозами разлетелись по школьным и родительским чатам Красноярска. Естественно, дошли до полиции педагогов. А сегодня Краевая антитеррористическая комиссия сообщила, это фейки. Аналогичные сообщения с декабря прошлого года гуляют по телеграм-каналам по всей России. Авторов ложных сообщений ищут силовики, им грозит уголовная ответственность, а людей просят сохранять спокойствие.